Друзья, всем привет! У нас начался сезон реализации, и сейчас мы вышли на один из участков, и это видео, эта серия видео будет посвящена ландшафтным работам именно в этом саду. Давайте я вкратце вам расскажу, что мы там делаем. Это вообще был дом, был также соседний участок нашего заказчика. Купили этот дом. И, соответственно, все переделывают под себя. И так сложилось, что дом был 200 квадратов, стал там 400 с лишним. В общем, сделали пристройку. И из-за этого все то, что было сделано в плане ландшафта, очень сильно не вписывается в новую концепцию дома. И ввиду этого, а также ввиду того, что требуется объединить два участка в один общий, происходит наше ландшафтное движение, мы делаем реконструкцию так называемую, а любая реконструкция у нас начинается с пересадки растений. И весь апрель, собственно говоря, мы сейчас этим и будем заниматься. Помимо пересадки растений, там есть много других интересных ландшафтных работ, это отмостки, дорожки, причем на мягком основании, на бетонном основании, ливневки, дренажи, освещение, автополив, также ну, непосредственно озеленение. То есть весь комплекс работ, который, как правило, происходит, если вы хотите сделать себе ландшафт, сделать благоустройство. Так что буду стараться для вас выпускать несколько серий по этому участку. Сейчас вы будете смотреть первую серию. И по окончанию просмотра давайте я вас попрошу поставить лайк, а также написать какой-то комментарий. Может быть, что-то более подробно вам рассказать или какую-то конструктивную критику. Ко всему открыт. В общем, приятного просмотра. Начинаем. Друзья, всем привет! Ну что, началась у нас наша первая стройка в этом сезоне, ландшафтная. И участок, в принципе, был сделанный, но поскольку произошла реконструкция дома, то, соответственно, требуется и изменение конфигурации дорожек, каких-то пересадок. Сейчас покажу, какая сейчас ситуация. По факту мы вышли 3 дня назад, и все работы начались у нас с того, что мы занимаемся обкопкой растений и начинаем, соответственно, с лиственных, потому что у них достаточно короткий период вот этого вот покоя. Хвойные будем пересаживать чуть больше. И тут такая ситуация, что по факту нет даже места для всех этих растений на участке. Плотность очень большая. И поскольку соседний участок мы делали лет 8-7 назад, часть растений переедет на соседний участок. Но чтобы они переехали, их надо хорошенько упаковать. Крупные растения, мешковина, сетка, которые маленькие, можно просто мешковина и веревка обвязать, все будет хорошо. Так что вот такая вот сейчас ситуация у нас на участке. Все выкапывается, перемещается, и чуть позже будем все это расставлять уже на новые места и сажать. С прошлого года, когда вот этот вот дом строился, были на пятне застройки растения, их уже непосредственно строители по нашим инструкциям выкапывали. И вот тут вот организован такой небольшой прикоп, тут спиреи, гортензии, астильбы есть, в принципе, все нормально пережили, так что эти растения также будем использовать. Очень много туй, глобоза, которых, опять же, ну, нет просто места физически для них на этом участке, и будем все это перемещать на соседний. На участке пока беспорядок, назовем это так. Будем все это с течением времени наводить, чтобы был порядок у нас. Но это работают другие подрядчики, все раскидано, набросано. Мы, конечно, так не привыкли. Но за всеми все приберем, чтобы было комфортно работать. В общем, вот такая вот сейчас у нас история получается. И повторюсь, основная задача — успеть в первый момент подготовить лиственные растения.
хвойные можно копать чуть ли не до 15 чисел мая, проблем с ними не будет. А вот лиственные могут капризничать. Так что вот такая вот история. Это третий день. Такая вот у нас сейчас корзинка на участке получается. Уже практически все растения, которые требуются, мы выкопали. Сейчас все это доупаковываем, перемещаем на временное хранение. И чуть позже уже будем это непосредственно сажать. Вообще концепция этого участка нашего нового, который мы сейчас делаем, заключается в том, что надо объединить этот сад с садом, который мы делали 6 лет назад. И из-за этого у нас происходит такая ситуация, что растения некоторые мешаются, некоторым вообще места нет, и их, соответственно, приходится перемещать. Что не умещается на этом участке, будем перемещать вот на тот наш основной участок. Соответственно, все растения сохраняем по максимуму. Так что вот такая вот сейчас у нас картинка. Это, конечно, сложно назвать картинкой. Это сейчас какое-то такое перепаханное поле с растениями. Ну, пройдет еще совсем немного времени, и мы наведем наконец тут порядок. Кома крепкие, большие копаем. Да, вытаскивать их, конечно, тяжело, вот особенно вот такие вот мощные. Но зато будет очень большой процент приживаемости. Как практика показывает, это порядка 97-5% растений, которые мы вот так вот выкапываем, у нас приживаются. Так что вот такая вот картинка. Вот этот забор будет убираться. Будет дорожка, соответственно, на тот участок. И концептуально два участка будут объединены. Ну что, наше третье включение с этого объекта, где у нас происходит реконструкция, вкратце напомню, и объединение двух участков вот этого и того, на котором я сейчас хожу и снимаю для вас видео. В общем, сейчас сделан достаточно большой комплекс работ. Мы выкопали все растения, которые требуется пересадить. Частично уже их даже расставили, но еще пока не сажали. Завезли грунт, чтобы в майские праздники можно было спокойно работать. Сейчас, соответственно, ну, в майские праздники никто запускать в поселок не будет, из-за этого об этом думаем заранее. Смесь мы готовим всегда вручную, используем верхний плодородный слой и добавляем в него немного торфа, замешиваем и сажаем в эту смесь растения. Никогда не используем именно готовые смеси, потому что у них пропускная способность совсем будет отличаться от того грунта материнского, который есть на участке. Вот представьте, насыпем сюда торфопесчаную смесь, и вокруг вот этот вот такой достаточно тяжелый грунт суглинок. И что будет? Ну, растения будут, соответственно, у нас в колодцах. Из-за этого готовим почву, которая приближена к той, которая есть у нас уже на участке. Это важный нюанс. Также на днях ребята приезжали, размечали наши будущие дорожки. Вот уже можно частично увидеть вот ее контур. Он вот тут вот такой будет. Вот тут будет массив посадок. В этой зоне, где сейчас лопатка лежит, спортивная зона будет. С турничком, брусьями, ну все как положено. В общем, вот такая сейчас картинка на участке. Думаю, что после майских у нас уже все будет посажено, и мы активно перейдем к дорожкам, отмосткам и ливневой системе, отвод воды с крыш. То есть также сделаем обязательно, у нас тут такая дорожечка будет, прогулочный маршрут, под ней обязательно сделаем дренаж, чтобы
бетон у нас не поднимался по весне, когда плюсы-минусы, чтобы, в общем, все было хорошо. Так что план действий на ближайшие 2 недели достаточно понятный. Сажаем и постепенно переходим к дорожкам, отмосткам, бетонным работам, в общем. Так что вот такая ситуация. Все растения мы успели своевременно выкопать. Лист еще не появился практически, так что все эти растения, в принципе, стрессанут. Ну, это будет считаться как некая перешколка в питомниках, когда подрезают корневую систему. Кома мы делали достаточно большие, вот для ориентира моя рука, и вот небольшой можжевельник Минжулип, и вот такой вот мощный большой ком. Так что работаем, не покладая рук, и чуть позже сделаю обязательно вам новое включение, надеюсь, уже когда тут будет хотя бы небольшой порядок. Кстати... Из того, что осталось еще сделать, это демонтаж вот этого старого дорожного покрытия. Оно нам тут не нужно, в эту концепцию оно не остается, так что будем тоже демонтировать. В общем, вот так. Так, давайте еще я вам покажу парадную входную зону, потому что все время я ее как-то стороной обходил. Вот он, кстати, я в стекле. Что мы тут имеем? Строители сделали вот такое вот крыльцо, сомнительно, да, но окей, как говорится, что есть, то есть. Будем работать с отмосткой, что-то опять же идет под демонтаж, вот это, например, площадка убирается, тут будет ниша под растения. Вот тут тоже образовалась такая небольшая клумба, тут существующая ирга, мы ее перенесли с задней части участка, и будет она размещаться тут, соответственно, небольшая отмосточка появится, потому что это УШПшка, и, соответственно, мы тут будем делать вокруг обязательно утепленную отмостку. Тут будет посадка из спиреи, в общем, такой массив большой спиреи, и солирует эрга, ламарка, вот такая вот красивая. Тут уже частично строители делали без нас подсадку вот этих вот туй, глобоза, и тут будет небольшая организованная зона со скамеечкой, где можно просто посидеть, покайфовать, почилить, там, если вдруг кого-то там ждете. Скорее всего, вот эти растения будем чуть-чуть еще перемещать, потому что места мало, либо их будем более активно застригать. Далее, тут какая история. Яблоня вот эта декоративная, очень красивая, большая, взрослая. Была она раньше на месте вот этого дерна, соответственно, контактировала рядом вот с этой елью, с липой. Места ей там было мало крайне, из-за этого ее переместили сюда на 1,5 метра. Дерен будет на заднем плане. Частично уже растения подраставили также. Спиреи пока не расставлены, просто так стоит. И, в общем, вот тут вот такая вот проходная зона. Также будет отмостка, но она во всю ширину, в принципе, без цветников, без всего, просто функциональная такая отмостка, где можно спокойно ходить. Так что вот такая вот ситуация в входной группе. Новое включение с нашей ландшафтной стройки. Сейчас уже иду по размеченным дорожкам, по будущему маршруту, который тут будет проходить. И на участке у нас в целом получается такая сейчас картинка. 70% растений, которые мы пересаживали, уже посадили. Остались такие единичные экземпляры, которые требуют посадки и ждут своего звездного часа. Но, в принципе, мы это сделаем в ближайшие 2-3 дня. Сейчас параллельно занимаемся черновой планировкой, перемещаем грунты, все излишки, которые у нас есть, ямы подравниваем, потому что их много осталось. И дорасставляем сейчас вот растения, где они не расставлены. И занимаемся, собственно говоря, дальше уже дорожками, освещением. Дорожка освещения и ливневкой. Так что... Такая сейчас картинка. Грунт обязательно сейчас будем весь этот утрамбовывать, чтобы все это не просело в следующем году. Так что сейчас подсыпка большая идет, все это еще граблями будет разравниваться, и в среднем слой трамбовки 10 сантиметров будет получаться. Ну и также вот ямы, которые просто остались без растений, также будем засыпать, трамбовать. Вот эти дорожки тоже так же будем в
ближайшее время разбирать. В общем, с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Вот, кстати, все вот эти растения мы выкапывали неделю, дней 8 назад вот посадили. Все хорошо, проблем нет. Вот, наверное, только вот эти вот можжевельники немножко страдают, но опять же, это нижняя сторона, которая контактирует с грунтом, она всегда у них такая сомнительная. Вот тут уже расставлена полностью декоративная группа. Тоже надо посадить, и будет эта зона уже закрыта. Сейчас можете видеть контур дорожки, то есть это вот край, который граничит с забором, и, соответственно, вот сюда она будет идти. Вот так мы вот тут ходим. Такой тут получается закольцованный маршрут. Вот тут вот идем и приходим к террасе вот этой. И поскольку тут забор убирается, ну, транзит основной будет вот тут, широкая достаточно дорожка, но также еще вот тут вот будет такая гравийная дорожка, из-за этого кусти коронии мы вот этот вот пересадим, и вот тут можно будет пройти и погулять уже на соседнем участке. Так что вот такая сейчас история у нас на участке. Работаем, не покладая рук. Очередное включение с нашей ландшафтной перестройки. В общем, если вкратце подвести итоги вот этих рабочих недель, трех, мы пересадили полностью все растения, которые планировали. Единственное, вот парочку в прикопе у нас таком импровизированном осталось растений. Им пока просто физически нет места. Так что сделали разметку будущих контуров цветников. Вот тут, соответственно, цветники, тут газон. И сейчас активно занимаемся уже дорожками. В том числе демонтируем, к сожалению, то, что было сделано до нас. Вот тут вот такая вот отмосточка. Видимо, вот этот вот кусочек, это который делали строители при строительстве дома. А это доливалось. Ну, соответственно, неудивительно, холодный шов, вот такая вот трещина. В общем, все это мы полностью демонтируем, все это срезаем и будем делать новую отмостку. Еще также момент связан с тем, что вот можно увидеть слой подстилающий. Это ЦПС порядка 10 сантиметров. Тоже достаточно большой подстилающий слой. Большая толщина этого слоя, так что тоже будем переделывать. Так, что дальше вам показать? Копаем сейчас уже основание под нашу будущую дорожку. Вот это все уже демонтируется. Тут, опять же, ничего, вот этих дорожек нет. Вот это, к сожалению, тоже будем демонтировать, потому что сомнительно все это сделано, не по тем уровням. Ну и вот, в принципе, тут никто ничего не демонтировал. И вот такая вот ситуация. И вот сейчас идет подготовка корыта уже непосредственно под нашу будущую дорожку. Делаем все механизированным способом. Все отметочки, вот эти вот, видите, арматурки, красные колышки, это такие как бы наши рэперные точки, которые мы выносили при помощи тахеометра, опять же, самостоятельно все это делали. И сейчас по ним идем, правда, отступаем побольше от каждого колышка, сантиметров на 5, для того, чтобы, ну, это как бы под песок, под щебень, а, соответственно, уже опалубку под бетонное основание непосредственно будем делать
по финишным нашим размерам. Так что вот такое вот корыто получается. Тут, кстати, мы еще сделаем такую траншейку. Сантиметров 30 глубиной будет уложен геотекстиль. И даже закрыта она будет геотекстиль. А внутри этого геотекстиля щебень. Траншея делается с уклоном. И, соответственно, вся вода из этого основания будет по этой траншейке уводиться в накопительный колодец. И потом уже будем спокойно это все, эту воду отводить за участок. Так что вот такое вот у нас получилось включение. Работа кипит, не прекращается ни на минуту, ну, за исключением тех случаев, когда ливни идут, ну, или большой снег. Вот, кстати, можно посмотреть, как мороз вот этот вот повредил дуб, бересклеты. В общем, барбарисы тоже сильно пострадали снизу, вон с листвой. А сверху пока ничего нет. Ну, зима очень сложная в московском регионе выдалась, и весна. Так что будем все выхаживать, обрабатывать, подкармливать. В общем, будем работать с растениями, чтобы когда работы на этом участке у нас будут подходить к финишу, чтобы эти растения уже были красивые. Так что вот такая вот ситуация. А, вот тут, кстати, у нас будет вот эти два колышка. Это, в принципе, проход вот на этот участок. Вот промеж спиреей серой и что там, жимолость, по-моему. Да, жимолости мы будем вот так вот ходить. Дорожка будет как бы такая гравийная, то есть не круглогодичного использования, но промеж посадок вот тут можно взять, пройти и выйти вот на этот вот участочек. И соединится она примерно вот с этой дорожкой вот тут. Так что такая вот картинка сейчас на участке. Я думаю, нам еще недельки три для всех вот этих вот черновых мероприятий, связанных с ливневой канализацией, с освещением, автоматическим поливом, в целом с вывозом вот этого всего мусора, который тут есть, с перемещением вот этой вот земли. И в целом будет уже на участке более-менее красиво, потому что уже будут вырисовываться все очертания. Сейчас пока этого еще нет. Так что вот такая вот у нас сейчас картинка. А, как-то выложил видео, сторис, точнее, в Инстаграм. Все спрашивают, что это за колпачки, для чего они. Смотрите, это колпачки для того, чтобы, когда вы идете по участку, не напороться на эту арматуру, там себя не поранить, одежду не порвать. Так что это просто защитный колпачок, стоит 3 рубля и, в принципе, очень хорошо защищает. То есть повредиться, повредить себя, когда они есть, крайне сложно. Сложная задача, конечно, если захотеть можно, но это сложно. Так что вот такие вот мелочи, но они очень сильно обезопасивают. Так, как правильно, напишите в комментариях, вы по-любому знаете, а я нет. Вот, в общем, безопасность на участке очень сильно от этого повышается. И там, если заказчик будет ходить, дети какие-то бегать, тут уже, ну, понятно, что много предметов, которыми можно повредиться, но хотя бы теми, которые разместили мы, уже крайне проблематично. Так что до следующего включения. Пока.